покажу, как шпарит трансформатор Тесла на 1,3 МГц. Но прибавки от него нисколько. Я поставил драйвер горячий. Потребляет вся система больше 5 ампер. У меня был блок питания сгоревший. Там диоды на диодном мосте 2 вылетели, и транзистор вылетел, предохранитель вылетел на 3 ампера. Больше ничего не вылетел. Я все починил его. Потому что тут, когда поставил драйвер, вот он драйвер, тогда почему-то при включении какая-то низкая частота. И, ну, потому что тут гун от напряжения работает сперва, пока конденсатор зарядится, видимо, как-то начинает низкую частоту генерировать, начинает там 10 ампер потреблять, поэтому сгорел блок питания. Иногда начинает там включаться, выключаться. Иногда он как бы так залипает на 10 ампер, там может напряжение до 10 вольт понижает. В общем, не выдержал. Но интересно, что транзистор не сгорел. Вот этот. Там был 840-й, тут теперь ERF 640. Ладно, это все. Мелочи жизни, как говорится. Так. Тесла трансформатор будет хорошо. Парится, может, блок питания 5 ампер зайти. Вот. Где-то на 10 ампер там стрелка подпрыгивала. Поэтому я вот так делаю. Сперва отключаю питание индуктора, тогда включаю. Тогда нормально, тогда можно включать вот это питание. Уже трансформатор. То, по-моему. Помаялось немножко. Вон заземление на ферритовом колечке горит светодиод. Параллельно ему резистор там. На трансформаторе токи как тока как бы. Осциллограф, если заземлить его минусовой конец, то немножко хуже горит. Но я вот не заземлил минусовой, плюсовой вот тут лежит. А минусовой вот тут в воздухе тоже лежит. Вот такая осциллограмма. Вот. Он начинает. Вот 1,345 МГц. Потребляет 5 ампер всю систему. Я частоту подкручу. Он тут по-разному. Вот, бывает, что больше 5 ампер даже. Чуть больше 5 ампер. Вот теперь 6 ампер. Так опустилось до 5. Ключ вот. Горячий. Камера уже сама. Близко, я не заметил.
один будешь поработать. Включи вот этот, а горячий вот этот. Фолия не горячая. Этот тоже такой теплый. Он может и горячим даже стать. Если этот горячий, так этот вообще какой. Это так теперь тоже вообще удержать нельзя. Потом... Вот так. Очень ловкими движками его положил. Вообще нужен побольше радиатор. С вентиляторами баловаться это нет желания, просто нужен побольше радиатор, он не сгорит. Ну либо не наставлять, он надолго не оставлять. Пусть немножко остынет. Драйвера. Вот этот горячий очень даже. Но тоже радиатор надо прикрутить какой-нибудь. Этого драйвера фронты. Я бы сказал, такие идеальные. Очень хороший. Только вот этот конденсатор, он там как-то немножко его не так припаял нехорошо. Может быть, там одна ножка не держится под ней. Поэтому может быть такой писки там как-то греется вот стабилизатор может. Слишком большой. Вот такой вот самый разброс. Это я его, наверное, потом поставлю, чтобы тут время не занимать. Вот я отобрал эту фольгу. Поэтому а теперь не в резонансе потребляет вся система мало. Вот 1,4 МГц показывает. Затем ерунду. Он, видимо, показывает резонанс. Так, не буду теперь повышать частоту. Там повышается. Он уже светодиод начинает. Или... Ого. Отдает. Вот вся система 4 ампера где-то потребляет, чуть больше 4. С деревянной палочкой нужно подстраивать чисто.
теплый контакт. Вот так вот трансформатор Тесла много потребляет, но от него прибавки никакой. Вот тут параллельно конденсатор стоит. 2,2 нанофарада перед диодным мостом параллельно съемной катушке. Вот без него слабее горит. Но если зато он без него должен прибавка быть. Нет никакой прибавки. Это тоже транзистор пушковый горячий. И это он горячий. Почему кружку выключу? Вот так потребляет много Тесла, а толку от него никакого. Частоты вот как видно было, разное было, и там есть 900 кГц, теперь 1,5. Транзисторы, вот тут просто чувствуется тепло, как идет. И вот 1,5 МГц, там 800 кГц. Там понемножку от эфинги добавлял, там разные были частоты. По-моему, может заземлить. Вот надо не вот этот начало, а вот этот вот конец. Индуктор будет не заземлен, который под низом, одним словом. Вот таким проводом намотан. Так как трансформатор Тесла так здорово потребляет при резонансе, то тут по сути не надо для него там, наверное, и поднимать напряжение. Да там до 100 вольт, до 50, там хватит и 25 вольт. Если с пачками делать. Лампа 53 ватт, вот она так слабо горит. Если 53 ватт, никакого эффекта не получает от трансформатора Тесла, так там побольше нет смысла вкручиваться. Вообще она гореть даже не будет. Даже 113 ватт я вкручивала, она там вообще не горит почти. Там не заметишь даже, когда пуш-пул даже работает, потому что она даже вообще не горит. Хотя если открутить нагрузку, так там, как я уже в других своих видео рассказывал, там напряжение выше 300 вольт, там 380, там если подкрутить частоту, там вообще может на 450 каких вольт дойти.
Поэтому, наверное, надо не 20 ватт лампы включить, а вкрутить 10 ватт, и будет лучше видно напряжение, что значит на холостом ходу может такую энергию отдать. Вот там транзистор этого блока питания. Он был раньше через прокладку вот его. Но я ее убрал, потому что думаю, может так будет лучше тепло отдавать на радиатор. Теперь радиатор может током стукнуть. Поэтому нужно еще осторожнее. Я раньше хотел, чтобы он был как бы изолирован. Все. Потом ставил прокладку. Ну я там диодный мост, диод заменил один, поставил там такой большой, чтобы диоды не приходилось бы потом менять. Нужно помощнее, значит, ставить, чтобы предохранитель убивал только. Они диоды выбивались. Вот примерно такого размера один поставил. На 1000 вольт. Там не быстрый, но лучше вообще-то было бы быстрый поставить. Вообще, я думаю, там, что на феррите, там на ферритовом стержне намотан трансформатор, это потери такие идут. Лучше мотать на нормальном трансформаторе, шеобразным, зазором. Зазор обязательный для обратоходовых. Чтоб размагничивался сам. Там частота 156 где-то килогерц. Вообще-то, может быть, лучше бы купил готовый блок питания, он был бы, я там уже, наверное, на нем больше денег вложил в него, и труда там, времени, сколько на него я потратил. Если бы купил бы новый, но зато я понял, как работает эти транзисторы лучше. Там еще стоял где-то 17 Ом резистор, который в затвор идет. Я поставил, еще добавил в параллель 10 Ом, чтобы он как бы лучше открывался и закрывался. Уже тогда будет как бы меньше потерь при открытии и закрытии. Может, будет меньше греть. Там от затвора генератора, ну, параллельно этому резистору идет ставить там, чтобы закрывался быстро, я не ставлю, потому что его потом пробивает, и потом начинает и вперед, и назад как бы пробивать. Поэтому и если он закорачивает, начинает тогда потом и микросхема вылетит.
потому что она не сможет такой ток отдать. Там, когда транзистор пробивает, тогда между сотворами и эмиттером становится нулевое сопротивление. И поэтому, если резистор не будет, он сгорит и микросхема. Если тот диод будет пробит, то тогда она тоже сгорит. Поэтому я не ставлю диод. Резисторы, они как бы надежно ограничат токи. Они не такие сильные там. Если что, если захочет, так они просто почернеют и снаряд. Надо, наверное, на логику переходить, а то когда был вот этот вот на биполярных транзисторах драйвер был на комплементарной паре, тогда у меня не было проблем при включении, все нормально как бы запускалось, а теперь если включить и это подключено, так то очень большое это потребляет, поэтому нужно, наверное, на логику переходить, а то у меня тут на CD4046. Тогда, наверное, этих фокусов не будет. Частота меняет писк. Включил пуш-пул. Тут надо действительно какой-то шарик прикрепить эту. Начинает эту фитонку пускать. Теперь частота ушла, резонанс. Пуш-пул включу. Не сильно ушло. Вверх немножко пошел. Вот на управляемом Тесле что хорошо, что даже можно немножко регулировать туда-сюда частоту. Вот не катушку не перематываю, вот ничего не меняю. Тут уже привет показывает.
чтобы не фитонила такая сильная мощность. А вот лампа слабо горит, как еле как горела, так и горит.